Такой красивый лес. Какой хороший день. Быть хоть какие-то рядовки. Камера моя снимает, я ее и проверяю. И вышла царевна к синему морю. Вот такое синее море здесь, и вокруг него рядовки, рядовки и рядовки растут все время. И дороги пойдут вперед, да? Как красиво. Тебя прохожу, иду вперед. Как красиво. Вот теперь я знаю уже, где ты находишься. Угу. Видела. Я же тебе про это говорю. Угу. Здорово. Все. Ну, давай. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. И много вы грибов нашли. Вы знаете, грибы есть, их только надо знать, где искать. Да. Здесь я нашла еще совсем немного. О, ничего. Да. Ну там фиолетовые рядовочки. Да, тоже. Рядовочки фиолетовые. Хорошо. Рядовочек очень хочется. Угу. Так а что... вы из Смоленска, да? Да, из Смоленска. Ну как здорово. Я грибников себе на канал собираю. Ну, не собираю. Ну вот недавно встретила пожилых людей из Лизнева. Ну, да. А тут вас, царевну, увидела. Спасибо. Красавицу. Да, ну это самое есть. Вот и боровички есть. Да. Такие. Ого. Да, и есть и рядовочки встречаются. Вот хочется рядовок. Да. Но рядовки растут по вот такому хмызнику. Мы знаем, вот. Я их тоже, это я подружке обрезала, потому что вдруг за неимением я ей тогда хоть эти отдам. Конечно, это очень хорошо. Они очень вкусные. Ага. Особенно маринованные и жареные. А вы где из Смоленска? Мы из Смоленска, из Днепровского района. И мы там близко. У нас Лизнево дом. Ой, как хорошо. Поэтому так здорово. Мы у нас тут как бы. Здорово. Да. Ну, часто ходите в лес, нет? Вы знаете, в этом году не случалось, да и грибов-то не было. Угу. Лес очень люблю. И я тоже. Да. Скажите, а как вы от мужа отстали? Мы не отстали. Дело в том, что не мы заехали с другой стороны леса. Ага, с той стороны. И так как я планировала выйти на эту часть, я ему сказала, чтобы он объехал и стал с этой стороны, а я шла через лес. Не заблуждались? А вообще когда-нибудь... Был один случай, кстати, в этих лесах, только не в этом лесу, а лес, который ближе туда, к проезжей части, туда вот, с той стороны. Один раз было. Да? Да. И как? С кем вы были, вдвоем или с одна? С матерью, да, была с матерью. И вы вдвоем все и заблудились, да? И вместе заблудились. О, ну, для потом меня это не проблема. Бывает у меня такое. Да, нет, у меня это крайне редко, это был один случай, я надеюсь, что он был первый и последний. И долго вы ходили? Мы позвонили мужу, и он начал нас искать и сигналить в разных местах. И мы тогда услышали, где его сигнал, и вышли. Хорошо, умно все. Ну ладно, спасибо вам большое. Вам удачи, найди хороших грибов. Найду обязательно, я там вешенки дальше еще поищу, вот нашла немножко. Я тоже. Скажите, как бы называть это видео, чтобы вы его посмотрели? Я же его... канал на грибной, на свой. Я поняла. Хочу я поставить. Не знаю, наверное, конец октября и грибы, это, наверное, название особое в этом году. Да? Потому что в такое время уже, конечно, грибов не бывает. Угу. Ну, надо как-то по-другому. А как вас зовут? Я же не... Ирина. Ирина, а я Людмила. Угу. Вот. Скажу, встреча. В октябре, в конце октября в грибах. Нет, как-то скучновато. Скучновато. Сейчас я придумаю. Ну и сезон в октябре. Встреча с грибником Ириной из Смоленска. Да. Угу. Еще хочу вам сказать, что в такое время, конечно, безусловно, грибов, как правило, нет. Да. Но мы уже одну корзину грибов насобирали и поставили ее в машину. Ого, такую самую? Чуть меньше. Хорошо. Чуть меньше. Здорово. А вы давно уже ходите, да? Нет, час. Угу. Мы были с той части леса. Ага. Там как раз вот там в основном рядовки. Ага. То, что мне нравится, то, что я люблю. Хорошо. Знаете, как мы назовем видео? Я назову видео «Прекрасная Ирина Грибница», да? Или как-то? Да, как удобно. «Прекрасная Ирина нашла грибов корзину». «Прекрасная Ирина нашла грибов корзину». Там, в осеннем лесу нашла грибы. «В осеннем лесу нашла грибов корзину». Да, хорошо. «Прекрасная Ирина нашла грибов корзину в осеннем лесу», да? Да, можно. В октябре. В октябре, да. Вот, запомните.
Конечно, запомнить. Ну, посмотрите в поисковике. Может, я его загружу послезавтра когда-нибудь. Да, ради бога. Может быть, завтра, сегодня, как время будет. Хорошо? Людочка, очень приятно было познакомиться. Удачи. И мне тоже, вам удачи. Не только в грибах. Счастливенько. Ага. Вам удачи. Всего хорошего. И ушла наша царевна искать свои прекрасные грибы. Грибки, маховики и все остальные. Грибочки. А в лесу тишина и покой. Я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи.